Хиты Виктора Цоя в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси. Музыкальный проект «Шлягеры на все времена» открылся в Белгосфилармонии программы, посвященной творчеству известного рок-музыканта. Со сцены прозвучали легендарные композиции Цоя в новой оркестровой аранжировке. За дирижерским пультом был несменный худрук оркестра маэстро Михаил Фингер. Я вельми задоволен тем, что мы можем показать программу тех выбитных композиторов, выконавцев, которые не часто гучать в концертной зале. И вот сегодня у нас есть такая возможность. Я с великим задоволением рыхтовал программу, которая присвящена творчеству Виктора Цоя. То, что сделал этот человек, вельми талантливый человек, это останется на все часы, как наша программа и называется, «Шлягер на все часы». Музыкальные вечера в столице продлятся еще 3 фестивальных дня. Уже вечером в стенах Белгосфилармонии зрители услышат хиты народного артиста России. Валерий Леонтьева в программе «Лучшее».